Приветствую всех в этом небольшом видео. Меня зовут Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz. И сегодня мы с вами разберем новейшую платформу для заработка Home Magazine, которая является мошенническим сервисом. В своей статье ниже под данным видео мы разместим ссылку на данный сервис, и вы сможете сами на него посмотреть, если владельцы лохотрона к этому моменту еще не сменят домен на какой-нибудь другой. Поэтому запомните просто, как выглядит данный сайт, и не попадайтесь на него. Начнем с руководителя данного проекта Анны Рогачевой. Данная фотография украдена, точнее не украдена, данная девушка является моделью, и ее фото есть на многих сайтах, например, вот здесь вот. Точно такое же фото, как у Анны Рогачевой на сайте Home Magazine. Вот здесь. Только здесь ее подписали как инженер-консультант Лилия Шарапова. И, в общем-то, на многих сайтах данная фотография есть, помимо вот этого вот Home Magazine. И в том, что это Анна Рогачева, мы очень сильно сомневаемся. Далее на данном сайте размещены отзывы от разных людей, вымышленных. Вот, например, Игорь Завьялов на самом деле является Васей Самойловым и публикует какие-то рецепты. Ссылки на эти ресурсы мы также разместим в нашей статье на сайте. А теперь давайте разберемся, с чем именно мы имеем дело. Здесь нам якобы нужно будет просматривать ролики для того, чтобы зарабатывать аж на от 10 до 30 долларов за каждый просмотр, что попросту нереально. Но для того, чтобы не голословить, давайте разберем, как это все работает. Способ, выберем Яндекс деньги, я вставлю заранее заготовленный номер кошелька, ну и нажмем зарегистрироваться. Вот нас перекидывает в личный кабинет. В данном личном кабинете нам показывают ролики, мы можем переключать на следующий. И вот нам 45 долларов зачислили за просмотр одного ролика, следующий. Еще 55 долларов, следующий. В конечном итоге нам на баланс поступило 170 долларов. И теперь нам говорят о том, что нам необходимо идентифицировать наш аккаунт и заплатить для этого 155 рублей. Ну что ж, нажимаем купить промокод. Нас перекидывает на форму оплаты с сервиса ebay.tv. И в конце данного видео мы покажем, куда на самом деле идут деньги за этот промокод, эти 155 рублей. И идут они далеко не какой-то, не Анне Рогачевой, не сервису Home Magazine, а совершенно другому человеку. А сейчас я произведу оплату данного промокода Home Magazine, а затем продолжу с вами запись данного ролика. Что ж, мы успешно оплатили данный промокод Home Magazine. И нам предоставили вот такую вот ссылку. Здесь нам пишут, что аккаунт идентифицирован, и теперь мы можем продолжать работу в неограниченном режиме. Нажмем продолжить работу. Говорят, что нам нужно вывести средства. Так, идет якобы загрузка, хотя на самом деле это просто GIF изображение. Платежные реквизиты, все у нас якобы проверено. Поздравляем, мы достигли суммы. И теперь нас ожидает еще один сюрприз. Теперь уже нужно оплатить 695 рублей для того, чтобы зашифровать наши платежные данные. Это очередной мошеннический ход, поэтому мы вам крайне не рекомендуем этого делать. Но для того, чтобы вы убедились, потому что ничего хорошего после этого не произойдет, мы все же продолжим далее работу и оплатим 695 рублей для зашифровки платежных данных. Оплата, как нетрудно было догадаться, обратно же протекает через сервис с ebay.tv. Сейчас я произведу оплату за шифровку этих данных на 695 рублей, а затем обратно продолжу запись видео. Итак, шифровку платежных данных мы также оплатили, и нам предоставили следующую ссылку. Переходим по ней. Обратно идет загрузка. Резервирование проверено. Передача выполнена. Ожидает оплаты комиссии. И вот ошибка перевода.
И здесь теперь на следующем шаге нас пытаются обмануть еще на 350 рублей, уже якобы для того, чтобы оплатить комиссию платежной системы, чтобы завершить перевод денег. А вот этого вот мы вам крайне настоятельно просто не рекомендуем делать. Но поскольку мы здесь рассматриваем только факты, давайте оплатим комиссию для того, чтобы получить якобы средства. И обратно же платеж протекает через сервис epay.money.tv. В общем, одним словом, через лохотронскую платформу epay. Сейчас я обратно оплачу еще 350 рублей данным мошенникам, а затем продолжу запись. Итак, мы успешно оплатили еще и комиссию данной платежной системы 3%, и нам выдали следующую ссылку. При переходе по ней нам теперь выдают вот такой вот видеокурс, и никакого вывода, никаких денег, никаких 11 тысяч, сколько мы там заработали, мы так и не получим. Мы скачали данный курс уже заранее, и вот он из себя представляет такой архив. Причем самый бесполезный курс, который только можно было придумать, и посвящен он заработку на сервисе credex.biz. Кто знает, понимает, что на данном сервисе совершенно невозможно заработать. И как вы сами можете видеть, данный проект Home Magazine является полным мошенничеством, не выводит он никакие деньги, и в конечном итоге, потратив более 1500 рублей за оплаты разнообразных идентификаций, сертификаций и прочего на данном сайте, вы получаете попросту бесполезный курс. А автором всего этого является небезызвестный автор на сервисе epay.tv под ником Super Mario. И на данном курсе он уже заработал 196 тысяч рублей, это еще без учета того, что он продает разные дополнения к данному курсу. То есть сначала человек платит за промокод, затем человек платит за шифровку платежных данных, ну и наконец платит комиссию платежной системы, и в конце всего этого получает бесполезный видеокурс. В общем и целом, вердикт для данного сайта однозначный. Проект HomeBiz является лохотроном, и мы вам не рекомендуем вообще ничего оплачивать на данном сайте и связываться с ним. А если вы действительно хотите зарабатывать в интернете реальные деньги, то переходите по ссылке чуть ниже данного видео в наш раздел проверенных методов для заработка. И в нем вы найдете реально рабочие методики, которые приносят настоящие живые деньги и протестированы нами лично. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наш канал, а также делитесь им со своими друзьями. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz. До скорых встреч!